opened it. Тут там стекла бьет в офисах. Да как ты? Так. Что? А, три этих разгрузки ж нельзя брать с собой. Точно. Это ж РМТ. Башмачок. Плохо пострелял. Двоечник. Там человека три как минимум еще осталось. Поторопимся, блин. А, тут рейдеры одного из них убили. Взорвали гранатой, что? Хорош. Хорош, так. Странный рейд. Люди какие-то вообще разнообразные, но они в пати в одном. А, он в черный спрятался. Понял. Да, это точно бот, он в голову не умер от пульки. А вот там не бот, вот тут чел. Чел минус. Вот эти стекла простреливаются, чат.
Кто-то знает? Напишите быстрее, если кто-то знает. Вот эти стекла внутри, они простреливаются БПшками? Правда, что стримеры играют с радаром? Не. Брешут? Брешут, наверное. Раньше не простреливались, то я помню, что раньше не простреливались. Только там и можно было прятаться от читаков и как-то пытаться читера разыграть. А если сейчас оно простреливается, ну это ж пипец. Где теперь прятаться-то, блин? Так. Тут хедшоты должны быть. Хедшот, хедшот. Три хедшота должно быть, по сути. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже в выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.